Высший антикоррупционный суд продолжает рассмотрение дел по обвинениям против Геннадия Труханова. 11 марта состоялось заседание по делу о представлении городским головой неверных данных в электронной декларации. Как сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, на очередном заседании рассмотрено 10 томов дела. Всего исследовали 21 том из 34 представленных следствием. Заседание проходило в формате видеоконференции. Геннадия Труханова подозревают в подаче недостоверной информации в декларациях за 2015 и 2016 годы. По данным Национального антикоррупционного бюро, подсудимый не задекларировал имущество и денежные доходы на 50 миллионов гривен. В том числе квартиру, 2 паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, 2 автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и проценты по вкладам в банке. Уголовное производство провели по части 1 статьи 366 «Декларирование недостоверной информации». Предусмотренное наказание от штрафа в размере 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан до лишения свободы на срок 2 года. Следующее заседание суда назначено на 27 марта.